Саженцы гвоздики перистый хелен, хелен, можно использовать для украшения садовых объектов и создания оригинальных композиций. Взрослое растение представляет собой куст высотой не более 30 см, на котором распускаются нежные розовые цветы. Цветение начинается в июне и длится до середины лета. Гвоздика может оставаться на одном месте до 5 лет, после чего куст следует разделить и пересадить. Для размещения рекомендовано выбирать хорошо освещенные участки, почва должна быть рыхлой, питательной и дренированной. На зиму кусты рекомендовано закрывать, чтобы предотвратить вымерзание. Гвоздика перистая хелен это травянистая высотой 25-30 см, диаметром 35 см. Цветет растение в месяц июнь и июль. Окраска цветка лососево-розовая. Летом листва зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.